среду в центре внимания ивановских дорожных полицейских оказался общественный транспорт. За пределами города к автобусам предъявляют большие требования. Перед каждым выездом водителя проверяет медик, а автобус – механик. И обязательно каждое транспортное средство должно быть оснащено тахографом, который регистрирует время труда и отдыха водителя. Пассажиры за городом должны быть в обязательном порядке пристегнуты. Подобные проверки ивановские госавтоинспекторы проводят ежемесячно. Пристальное внимание к общественному транспорту приносит свои плоды. Количество ДТП с участием автобусов сейчас снижается, если сравнивать с 2014 годом. Так, в 2015 году в городе Иваново произошло 155 ДТП. Один человек погиб, 207 человек получили травмы тела. Однако, по сравнению с 2014 годом, снижение по количеству ДТП составило 2,5%, снижение по количеству погибших на 50%. Также снизилось количество пострадавших. Снизилось количество и ДТП по вине водителей автобусов. Но, тем не менее, они происходят, и поэтому мы ежемесячно проводим массовые проверки водителей автобусов.